Нобелевская премия по литературе впервые за почти 30 лет досталась русскоязычному автору. Награда присуждена Светлане Алексеевич, писательнице из Беларуси, с формулировкой «за полифонический стиль и за увековечивание страданий и мужества». Ее главные произведения посвящены трагическим страницам в истории страны, Великой Отечественной войне и Чернобыльской аварии. 2 года назад писательницу уже выдвигали на Нобелевскую премию, но тогда приз ушел канадке Элис Монро.